Совсем скоро Анапа встретит главный праздник лета – открытие курортного сезона. В преддверии этого дня мы узнали много интересных подробностей о предстоящем событии. В сквере Гудовича в этот день гостей встретит парк здоровья «Зарядись на лето». Об этом нам рассказал начальник управления по делам молодежи городской администрации Владимир Тельнюк. Молодежная акция «Зарядись на лето» традиционная, уже стала традиционной в городе-курорте Анапа. На большие праздники, в хорошую погоду сквер Гудовича превращается в одну большую интерактивную площадку, где можно отлично провести время, отдохнуть, почувствовать, что такое действительно открытие курортного сезона в городе-курорте Анапа. И, насколько я знаю, таких мероприятий, по крайней мере, у нас на курортах Краснодарского края не хватает и мало. А в Анапе у нас достаточно много, поэтому приходите все к нам 11 июня, мы вас всех ждем. В парке здоровья вас встретят ростовые куклы и аниматоры. Будут работать всевозможные тематические площадки с играми и конкурсами, в числе которых веревочный парк, рыцарские бои, мастер-класс по изготовлению выпечки, арт-площадка «Воздушные змеи» и еще много всего интересного.